Или, я не знаю, там еще что-то сделать, не суть важно, но, в общем, уйти из политического Олимпа как такового, а власть должны были взять. Я напомню, что украинское законодательство в очередной раз было незаконно переписано, и, по сути, вторым человеком в государстве, помимо премьер-министра, стал еще глава Совета национальной безопасности Турчинов, который и начал войну, так называемую АТО, антиславянскую террористическую операцию, еще в апреле прошлого года. И вот сегодня то, что и Игорь сказал, да, только там не правый сектор, там конкретно батальон Днепр-1, да, это именно Коломойск. Боевики. Там и правый сектор наряду с ними отказался. И мало того, что еще интересно, сегодня силой Азов выгоняется из Киева.